Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, канал Boy Games. Продолжаем проходить Battle Royale. О, куда понесло? Какой Battle Royale? New Story. Второй. Этот ублюдок сейчас, сука, сдохнет. Тихо, 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 тихо. Воскресить, воскресить. Воскресить. А то пошел мы, блядь. Блин, ну отряд же вроде хороший. Ну что не хватает, блядь, а? Чего не хватает? Бустануться перед тем, как к нему идти, как вариант. Но он, сука, магией кошмарит первым ударом, сука. Надо его на... Надо, я понял, что можно сделать, подожди. Есть вариант. Попробовать, по крайней мере. Можешь прокатить. Во-первых, если не прокатит, пойду через правую сторону, потому что там ребятки сложнее. Еще у меня кентавра же минусанули, а тут терять вообще никого нельзя, походу. Просто вообще никак. А это, сука, со вторым десолом, блядь, которая там летает. Это вообще пиздос. Остальное все шваль, конечно. Нет, рано, наверное, пока так делать. А Карна раскачалась, реально раскачалась. А вы говорите, буст не раскачивает, раскачивает еще как раскачивает. Халявный опыт практически. Блин, а? Маг там, блять, вылазит вообще не в тему. Вот вообще не в тему. Червяк, хуяк, это все херня. Тем более. Это все шляпа. Тем более. Так, себя отнял. Ну вон та хрень, конечно, это да. Мне бы как-то ее первым ударить. Вот реально первым хотя бы ее ударить. Просто я... Блин, я не помню, респятся ли эти. На лестнице, которые стоят. Если да, то плохо. Если да, то плохо. Вот же ж гнида, а.
Ну, еще и этого тут мне за пара не хватало, конечно. А, ну ладно, это все говно. Чувак слева меня пугает, вот реально. Он сейчас накосячит, сука, я же знаю эту игру, блядь. Я знаю эту игру. Хорош! Но рано радоваться, рано радоваться. А я не хочу пока, ладно. Сука! Все, надо его сносить. Блин, и Биша по-хорошему тоже надо сносить. Не зря оставил. Да хули он мажет, блять. Да вы угораете, что ли? Не надо херней этой страдать. Пока. Нехило зарядил. Нехило. Вылез. Вот сука. Ну ладно, он потратил. Он потратил. Этот тоже потратил. У меня есть пока время, самое главное время. Ну добивать нужно. Ну там очень много хп, я понимаю. Нормально все, сейчас главное добить горгулью. Ой, горгулью эту. И вернул. Не промажь. Так, хорошо.
Так, надо расходиться. Чё такие плотные, бля... Ой, блядь! Вот псина, блядь. Вот же ж псина, блядь. Со всех сторон поперлись, сука. Ай, началось, блядище летающее, а? Тварь, блядь, какая, а? Ай, чё делать? Феникс, держи там, блядь, держи там, родной. Вот у них плотность, сука. Еще один прибежал, блядь. Ёбана в рот. Дан... Нихуя себе урон, блядь. Да ну хватит, блядь, а! Я вообще сходить не могу. И третий, да? А там еще и маги. Обосраться, блядь. А толку-то, блядь? Фух. Фух. Так. 15. 11. Феникс, наверное, важнее. Ну, не наверное, а Феникс важнее. Хотя тот танчить может. Главный подстрел конкретно. Ауры нет, вот что плохо. Какой же ты тряпочный стал, блядь.
Да ладно, блядь! Там маги просто раскатают, блядь. Надо лечить. Хрен с ним, с этим кентавром. Он труп уже. Блядь, еще и этот маг. Ебать. Он говно, конечно, но бесит. Сюда вставать опасно. Добью, добью, надо добить. Но они респанутся же. Странный маг, блядь. Хуёвый который. Феникс может принять один удар, либо. Ну, либо, да. А, у него же резист ебаный в рот. Еще один, блядь. Ну, мог бы увернуться, блядь. Покупал же манну, блядь. Бля, чуть-чуть не хватило, чтобы он выжил. Ну ёб твою, а! Нахер надо магов кошмарить, блядь. Жестко. Ладно, ладно, ладно. Визард слишком наглый, блядь. Блядь, одной маны не хватило. Ну что ж ты, сука? Где у него брони, блядь? Так. 35. Ну, этот еще нормально. Бля, зря я так встал, зря! Ой, как зря! Давай, Яха, у тебя буст атаки, давай! Есть!
Ну вот это уже лишнее, блядь. Это уже лишнее, нахуй. Ай, урод, блядь. Ход потратил для этого, но надо Тирина держать. Нет, мам, у Феникса есть. Кого хилить? Все, на ману буду восполнять. Как ты заебал, ублюдок. Да ебать, наконец. У тебя же было, блядь. Ну, кончилось, сука, а? Бля, Бишоп бы выбежал. Так. Обязательно. Как ты заебал, блядь. Большая банка. Блин, не знаю. Нет, наверное, пока не надо. Попробую отвлечь его манну, чтобы он кастанул еще раз. Что это, блядь? А, второго уровня, хорошо. Вот оно, отлично. Ману у него жёг. Теперь бы как-то мне... Как-то мне... А эта хрень сломалась, да? Нет, по-моему. Ладно. Мне как-то надо выманить Бишопа и... Вот, сука, а? А этот заебал всех уже, блядь. Вот реально, сука, всех уже заебал, блядь. Вот так должен выманиться дракон. Отлично. Thank you.
Манны у того ублюдка нет, но он, по-моему, что-то еще кастует же. Даже с бустом, блядь, не снес. Имею в виду бустом атаки. Мне бы Биша как-то вытравить, блядского. Это единственное, что меня сейчас бесит. Это Биш. Это Биш, сучара, блядь. А кольцо же не сломалось, да? Нет, смотри-ка. А чё если... Блядь. Она может атаку усилять. Сука. А, этот маг заебал меня, блядь. Просто заебал. Здрасте, нахуй. Ну иди танкуй, ладно. Пора уже. Уже пора. Иди нахер отсюда. Уже пора. Блядь, да он сейчас снесет его стычки, блядь. Усиляй, не усиляй. Бля, Бишопа надо убить, он, сука. Встал так неудобно, блядь. Блядь, как же неудобно они стоят, а? Пидораса, кусок, а? Как же вы неудобно встали, ой-ой-ой-ой-ой. Очень неудобно стоят, просто пиздец как. Мне надо эту суку убивать. Да иди нахуй, а ну ёб твою, ну что это, блядь? Он всё должен был отъехать. Но нет. Но нет. Кто, блядь, сомневался? Сраное дерьмо, иди отсюда, нахуй! Ох, блядь, ай-яй-яй-яй, вот проход закрыл и пиздос.
Да ты задолбал моих магов вырезать. Он вниз ушел, блядь, он к главному идет. А вот теперь тебе пиздец. Ну, с такими атаками, блядь. Я вот так сделаю. Да-да-да-да-да, чувак, да. Да-да-да-да-да, все. Да не, ему пиздец. Нехрен было меня злить в прошлой серии, сука. Дебил, блядь. А, ну если ты два раза будешь ходить и плюс два раза бить, то ты мразь. Опять кнопка не работает справа. Да что ж такое, а? Ну все, тебе пиздос, ублюдок. Можно и червяка побить спокойненько, да? Хиапнуться вообще замечательно. Палка его нахуй. Он труп. Надо было вчера заканчивать. Я просто слишком много переиграл и слил битву, то что устал играть. Ну и тут немножко, конечно, правильно думать начал и прошел. Да, ублюдок, все, давай, отъезжай, бесишь. Бесишь. Кентавр сейчас на замену стоит в приоритете. Сейчас посмотрим, кто тут. Ну тут маг, как обычно, блядь. Я не хочу мага, у меня магов и так полно. Воина бы какого-нибудь. Воина. Воина. Воина бы, блин, да. А кто у нас тут в приоритете? Ой, да воинов там нет ни хрена. Жаль. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль. Хорош. Ну, блин.
Не хочу я ее брать. У меня Тирин есть. У меня Тирин есть. Можно, если бы у меня было бы два классических мага и третьего мага иметь в команде, ну зачем? Нет, 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 нет. Вот мне бы лучника, а лучники будут, кстати. По-моему, нет. Хотя не знаю, это же мод. Ой, хорошо. Кто у нас тут хреново бегает? Наташа? Но у нее другое кольцо, Шилы уже нет. Ноль дефа, блядь. Сейчас кто будет? Летун? А, подожди, нет. Нет. Погоди, 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 погоди. Погоди. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Снес, конечно, не пол. Не пол. Ну, в принципе, я хотел воина, но не ниндзя, я хотел воина типа Яхи, но можно попробовать. Можно попробовать. Можно попробовать, в принципе. А давай попробуем вместо кентавра, а чё бы нет-то? Тем более ниндзя я не так часто использую. Каким бы он ни был, вот хреновым, хорошим я возьму его. Реально возьму. А, у него ой, хорош. 74-62. Ну, атака у него. Но у него магия есть. Нет, беру, 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 беру. 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 Не знаю, что-то захотелось. Тем более подвижность какая хорошая. Хотя у этого только же. Ладно. Можно, знаешь, как сделать главному? Пожертвую немного, ладно. Но у этого будет хорошая атака. Так. 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 Так.
Теперь. 81-62. Ну вот так-то лучше. Вот так-то лучше. А? Главному, чтобы он сильно не страдал и не обижался, я отдам вот это. Во! Во-во-во-во-во-во-во. Вот так-то лучше. Получается. Восемьдесят один, а у этого. Ну, побольше, чуть-чуть прям. 44 агилити, а у этого поболее, кстати. И у него есть магия, причем. Не, хороший, хороший персонаж. Ладно, берем, 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 берем. Все, я правильно сделал. Хорошо. Игресса не хватает, конечно. Могли бы под конец хотя бы дать. Может, у него, кстати, будет. Как вариант. Как вариант. Ну, будем сейчас смотреть. Так, ребятки, сейчас на секундочку прервусь. Запись сохраню, чтобы, не дай бог, не просрать прогресс. То, что в последнее время у меня свет дурит. Сейчас я через 2 минутки буквально к вам вернусь. Так, вернулся, ребятки. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ниндзю тестить будем. Ниндзю тестить будем. Ай, блядь. Ну нет, ну нет, пожалуйста, нет. А-а-а-а. Сука. Знал бы, купил хилки, блядь. Ай, блядь, как бесит нахуй, а. Ну зачем? Ну зачем это? Да, здесь самая сильная пати, блядь. А здесь, блядь, хоть пойми. Здоровье, кстати, блядь, нехило. Не зря махнул, не зря. Очень тяжко сейчас будет, очень тяжко, блядь. Зачем, а? А-а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 -
наверное, в полтине прям пух, срезал он нахуй. Я боюсь. Я боюсь. Потестил, да? Ну. Хуяно потестил, блядь. Ёбаное разделение, как оно заебало меня. Не, я играю, что я манал. Хуета, я сейчас, сука, зайду в эдитор, я переделаю, нахуй, буду дальше нормально играть. Бесит, блядь, нет. Какая хуйня. А я тут и купить ничего не могу, блядь, ебаные разработчики же не догадались тут подставить продавца. Тут нет продавца, прикинь. Ебать, какая хуйня. Какая хуйня по жизни творится, я хуи просто. Я просто хуею. Вот как мне выходить, блядь, отсюда? Как? Боже. Какое дерьмо, а? Шляпа просто пиздос. Причем полная, блядь. Я хуею, что это за параша начинается, блядь? Что это, блядь? Что это нахуй? Как это проходить? Зачем это надо делать, блядь? Это не усложнение игры, это дебилизм, бля. Это дебилизм, блядь. Неплохо, но это не отменяет того, что этот бой ублюдочный. Ладно, немножко выиграл время. Вот если бы этот еще застанился, было бы норм. А так нихуя не норм. Thank you.
Там сраный. О, еще и этот, блядь. Там еще второй сейчас пистанет. Хебар! Это у тебя откуда? Да вы ебанулись, что ли, нахуй? Такая толпа, блядь. Еще и третий, что ли? Вы там что, курите-то нахуй? Вы чё курите, блядь? Вы чё курите, нахуй? Блять, была бы магия какая-нибудь большая, а? А, да, охуенно. Где правые? А правые не дошли, блять, да? Да ты только что ходил. Да ну как мне тут вывозить, блядь, ну я не понимаю, нахуй. Я не понимаю. А, да, два долбоёба, понятно. Да что ж так мало-то? На помощь надо бежать. Хрен он мне даст, блядь. Вот то, что он подох, мне не легче вообще не стало, блядь. Ну застань его! Да ладно, блядь. Ха, блять, а? Воинов нету, нахуй. Что ты делаешь? Хуй тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заебали вы меня уже. Еще один, блять, а. А два бойца просто стоят, блять, в стороне. Ну давай им еще бреда накинь, а. Да иди ж ты нахер, а!
Что говорить здесь? Что тут говорить? Он должен был сдохнуть, и я должен был еще явкой ударить кого-нибудь. Сука, а? Какая ёбань, блядь, творится? Какая творится ёбань в этой игре, а? Главный, сходи, а. Отъебись. Сука. Хуеплёты, блядь. Двадцать хп, 160. Да ты серьезно, что ли? Да что это такое? Тряпка, блядь! Что это ты делаешь? Ебать, откуда у тебя эта хуйня? Меня горит просто, сука, полыхает нахуй. Меня просто, сука, полыхает с этой хуйни. Может быть, ты просто сдохнешь? Боже, что это? Просто объясни мне, что это? Как его убить? Как? Как? Скажи мне по-русски, как? Просто умри! А, не хватит ей, смотри. Нет, хватило, надо же, он сдох. А, да? Ясно. А он сейчас похилится.
Трать, трать, мудила. Блять, кончилось, вот херово, надо его убивать. Так, 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 так. А, у меня ниндзя же убили, конечно, я хотел сказать, надо сейчас ниндзя, да, у вторым добить. Угу, угу, угу. Добил, блядь. Ну у тебя же есть броня, родной мой, блядь. Ну у тебя же есть броня, ну что за хуйня? Что за дичь? Ну что это такое? Ну что это такое, блядь? Сука, он полностью здоров, охуеть. Какая дичь, блядь, а? И этот фуловый, я хуею просто. Еще и некромант, ебать, сколько хп, это пиздец. Да ты же сильный, ты чего, родной, блядь? Это какой-то пиздец. Долбоёб. А, не долбоёб, нет, долбоёб я, блядь. Не-не-не-не-не-не, хуйня. Хуйня полная, блядь. Полная хуйня. Просто полнейшая хуйня. Да. Блять, это пиздец. А где я сохранялся? А хуй его знает где. Я хуею. Это не выигрывается. Сука, нахуя это делать, блядь? Ну нахуя это делать, блядь, а? Сука. И эгрессов нет. Ничего нет. Ладно, ребят, все, не хочу. Пизду. Сейчас вернусь, но, блядь, меня бесит. Короче, парни, не, решил я закончить, тем более настроения вообще никакого нет, испортилось у меня настроение этой херни, в следующей серии будем продолжать, и это какой-то трэш, блядь, я не знаю, у меня, ну давайте еще раз попробуем, но это какая-то хрень просто. Я загрузился, но пиздец. Я сохранился в замке, прикиньте. Блять, а. Ёбаный в рот. Этот, ну нахуя это делать, блять, какая же шляпа. Если не получится много раз пройти, я потом переделаю нахрен. Нахрен. Это какой-то трешак, блядь. Это пиздец. Блядь, какая хуйня, а? Нахрен, я пойду аккуратненько через стенку, блядь.
А, ты уже хуяришь сюда. Как же бесит меня, блять, эта хуйня, ня-ня-ня. Прикол начнем, что эта сука по-любому будет первой атаковать. Странно, что он пошел сюда, но с другой стороны. Ладно. Валим отсюда нахер. Не любишь молнию, да, мразь? У меня просто горит от этого всего. Горит, блядь, полыхает. Можно попробовать его там уработать, кстати говоря. Ну, в принципе... Там двоих нашел, естественно, гнида, блядь. Как же много он наносит, а? Ебать тебя в рот. Ты, бля, пешеход ебаный. Ща, кто бы сомневался, блядь. Пиздец, блядь, ну что за хуйня происходит в этой игре, блядь? А ему похуй, да? Ай-яй-яй, какая хуйня. Какая хуйня. Вот что за хуйня, идите нахуй, сейчас пойду опять. Ай-яй-яй, продолжаем еще раз. Блин, пацаны, я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю. Хуйня просто полнейшая. Из нормального боя сделать такую парашу, блядь. Очень сложно. Перебор по сложности, прям полный, блядь. Перебор. Пидораса. Ну не то так, это не пятая, так десятая, блять. Ну что я еще должен сделать, чтобы пройти, блять? Должно просто каждым ударом я должен по два раза бить, и мне должно повезти, но так не бывает.
не бывает. Ха, ну естественно у него резист. А ты хули думал? А этот вообще никуда не может дойти. А здесь я вообще сражаюсь, блядь. Практически в одиночку, блядь. Ну прям аж ради приличия, ну. Не знаю, там кританить, сделать что-нибудь. Муданите, кританите, блядь. Сука, пиздец, два раза ударьте. Ну вот что это такое, блядь, 18. Спасибо. Хоть на это. Но толку от этого хоть бы хуй. А почему он быстрее походил моего? Объясни, пожалуйста. А, понятно. Да ёбаный свет, а ну что это за говно, а? Как я еще должен играть? Как? Объясни, я все делаю, все, что могу, делаю. Сейчас друид будет пистовать. Блять, дегенерат ебаный. Там второй сейчас подойдет. Ладно, он выдержит еще один удар. Одного моба бьем толпой, блядь. Ну, дроид сейчас накосячит, блядь. Либо этот кастанет, блядь. Да, у него сейчас пол хп схуярит, блядь. А друид добьет, я понял, я понял. Я понял эту игру, я понял. Не, эту суку надо просто... Либо мне яхту спасать, либо себя, блядь. Все-таки себя, наверное. Ой, какая хуйня, блядь.
Все, он ходит. Да не ты. А я же не могу кастовать. Видите, в чем прикол? Все. Одного убил. А, ну тут на смену прибегают другие, блядь. Как ты дотянулся, блядь? Через всю карту, что ли, хуяришь, а? Мне бы там подлечиться. Но никак. Блять, вовремя, но не вовремя. Как хочешь, так и понимай. Ах ты уёбище, блять, ебаная. Пока. Блять, а ну как же много, а? Что я еще должен делать? Я не понимаю, блядь. Она хорошо по ним пробивает. Ебать, ты откуда? Так, лечение, подожди. Яха. Ой, яха, блядь, лучница. Или атаки дать. Атаки дам, чтоб добил главный. А там снизу эта хрень прибежала, блядь, я хуею просто. А, как ты заебал меня. Ну, это разве не бредовая хрень? Вот объясни мне. Ладно, еще один сдох. Ну что это такое? Что это такое? Хотел сказать, выдержу, хуй. Ну да, 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 да. Читеры ебучие, блядь. Читеры, вот ну как ты, ну почему он два раза сейчас ударил? Чтобы обязательно добить.
Ха, ебать, ну понятно. Я Гена потерял из-за тупости игры, блядь. Не из-за своего там скилла или из-за чего-то, просто игра подъебывает меня. Вот. Что это за урон, блядь? Ну 13 уж здоровья осталось, я думал он добьет. Ну что это такое? Давай ты 13 отними тоже, хули. Хули тут думать уже, блядь. Давайте, давайте, давайте. Блядь. Охуеть! Просто у меня нет слов, блять. Вот ну нету слов. Ебать. У меня нет слов, блять. У меня нет слов, блять. Как пройти, когда вот такая хуйня случается? Что происходит, блядь? Что происходит в этой игре? Блять, а? А второй добивает, блять. А я не могу кастовать. Блять, я просто хуею. Блять, это цирк нахуй. Это, сука, цирк. А тут еще давай. И это хуятина, которая ходит по два раза, блять. И бьет тоже по два раза. Блять, а ну какая хуйня? Какая хуйня, блять? Какая, блядь, хуйня. Ян сдох, Гунс сдох, этот сдох, этот сдох, блядь. Как играть? Объясни мне. Объясни, я может что-то не понимаю в этой жизни или чего? Просто вот, ну, напиши комментарий, объясни, как пройти игру, когда игра, блядь, против тебя. Как? Промахи. У них двойные удары. У тебя промахи, у них двойные удары. Это несправедливо. Ну вот это ответки, блять, ну, пиздец.
А, это еще сад. Так, ой, бля. И вот этой кучей я должен вытаскивать. Серьезно? И вот этой кучей я должен вытаскивать. Серьезная задача, блядь. Да нет, это нет, без вариантов. Манны нет. Была бы манна, блядь. Нет, 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 нет. Остались те, у кого нету. Да, я буду бустить атаку, а мне... А, хули, я сейчас подставил ее, да? Походу. Сейчас Минотавр выбежит, блядь. Я не знаю, что мне делать. Даже Феникс перестал уворачиваться. 50. Ребята, 50. Пятьдесят. Секунду, ребят. Это какой-то пиздец. Мне бить нечего. Опять недобиток. А смысл, там двое еще идут, блядь. Точнее, один уже здесь, блядь, на. Но хрен его знает. Стана тоже нет. Ни хрена нет. А. Ну этого еще, да, вот это последнее. Ну давай заканчивать, короче, честно. Нет, пока еще сидим, ладно. Ой-о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 й
Я не знаю, ну смотри. Этот подбежит, сейчас будет кастовать. Маны нет. Сделать вот так. Ну, как вариант. Батей этот добежал, ты смотри, сука какая, а? А тот кастовать сейчас будет. Так, мне надо отбиться от этих людей. Не людей. Хуй пойми кого, блядь. Что ж так мало-то? Что ж так мало-то, Феникс? Ты смеешься надо мной, что ли, блядь? Ебанулся, что ли, нахуй? Ты чё, совсем больной, блядь? Ебучий рандом. Ты чё, больной? Ну это край уже, блядь, бреда. Край.
не знаю, что делать. Я стан просто, надеюсь. Ну где он, а? Два ответки, блядь, на бущенному Фениксу. 22 ответка по Фениксу, у которого буст. Слишком охуевшие. Ой, блядь. Понятно. А от нее толку все нет, мудила. Тупая. Но она могла хотя бы выдержать, а? Что за несправедливость, а? Это меня тоже не спасет. Да уж, блядь. Восемнадцать урона. 18, блядь. Я, блядь, бью. А, ну понятно, все, ладно. Давай заканчивать этот цирк нахуй. Да все, он даже если это, блядь, тут меня добьют просто. Меня сейчас этот добьет. Какая же хуйня, блядь, а? Какая же хуйня, блядь. Ты откуда, блядь? И нахуя вообще? Она по два раза ходит, проституция, блядь. Блядь, была бы у меня магия, а? Ну что ж, магии-то нету. Неплохо, конечно, да. Но это пиздец какой-то. Там ой, там этот. Там некромант. Он зарешает, сука. У него 200 здоровья, блядь. 40 здоровья. А этот полный, блядь. И еще он верткий, блядь. Полный и верткий. Полный и верткий. Серьезно, вот, блядь, я просто хуею. Цирк. Цирк бесплатный, блядь. Нахуя респавнить хотя бы эту? Ну зачем? Ну нахуя? Ну нахуя? Ну и так сложно, блядь, до безумия. Я не понимаю.
Сколько у тебя ебучих агилити, блядь? Я просто с этой игры хуею, блядь. У меня уже эмоций нет, пацаны. Все, пиздец. Цирк, нахуй. Цирк, блядь. Какой же, сука, этот цирк. А ты чё не уворачиваешься? Типа не камильфо, нахуй? Сука, клоу надо, блядь. Где-то ты что, ходил же, ну? Какая клоу надо, блядь. Ну вот он... Чё, лучником только добивать? Ну не в этом же дело, тут еще вот это. Да эта хуйня, ладно, она снесется быстро. Ой, цирк ебучий, блядь. Смешно мне нахуй. Смешно, ебать. Смешно, вот реально, блядь. Разы, кстати, есть. Меч нельзя использовать. Просто попади один раз, а ну хватит уже заниматься хуйней, а. Ну давай, 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 давай. Тебя бы отвлечется, надеюсь. Мне надо убить. Нахуй. Ну вот как мне, блять, ну не респавнилась бы эта хуйтень хотя бы, а? Ну она задолбала уже, слушай, ну сколько можно? У меня ж почему не респавнится мои союзники? Я был бы... Охуеть! Это просто бред ебаный. Вот серьезно тебе говорю. Нахуя это делать? Я, блядь, нахуй буду переделывать эту битву, нахуй. Ну это бредово, блять, ну... Я не знаю, либо переделать ее, либо, Андрюх, ты сам ее переделай, либо я не знаю, но это какой-то пиздец.
Это какой-то пиздец. Там бишоп еще, блядь, а у него третий бласт. Ухуй, ты первый походил. Ухуй, ты первый вообще сходил, блядь. Бля, бой закончись, пожалуйста, а. Ёбаный свет, блядь. Все, ребята, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Это был пиздец. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки за такой бой, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока. Все, я устал. Все, пока.